На фоне елочки хочу поздравить всех с праздниками наступающими и пожелать, чтобы в новом году исполнились все ваши желания. С Новым годом! Здравствуйте, друзья! Мы с вами находимся в городе Пало-Алто, в Стэнфорд шоппинг-центр. Это такая большая шоппинг-плаза, открытая, да, то есть вот между магазинами ты ходишь по улице. И магазинов много. Плаза – это, что называется, upscale, то есть подороже. Вот Тивана. В магазине Тивана там много таких фруктовых смесей, таких. Чаем не назовешь, может быть, особо. Собачка очаровательная, да. Хорошая собачка, воспитанная, ухоженная. Мы-то, друзья, все больше интересуемся новогодним. Может быть, конечно, в темноте это все будет лампочками светиться, но вот так днем пока не вижу. Света, должна быть какая-нибудь елка. Да, друзья, недалеко нам пришлось идти. Вот тут в таком милом месте. Вы видите очередь. Очередь, я подозреваю, состоит в том, чтобы добраться до Деда Мороза и с ним сфотографироваться. Мы сейчас пошли смотреть. Да. Друзья, так и есть. Вот там сидит Дед Мороз, он же Санта-Клаус, и фотографируется с деточками, пожалуйста. По-новогоднему цветочки цветут. Настоящие, если я и говорю, по-новогоднему. Цветут по-новогоднему, так все хорошо. Люди с точки зрения одежды делятся на две категории. Одни одеты легко, они ходят из магазина в магазин, а другие ходят погулять. Вот как мы со Светой. Мы одеты по-другому. Вот, Светочка. Вот вы видите Свету. Да. Можно подумать, что она эскимоска какая-нибудь, но это не так. Она ходит в теплые куртки, приобретенные на Аляске. А я в дубленочке, тоже в Канаде приобретенный. Точнее, дубленка канадская приобретена в Соединенных Штатах, но на Аляске, там рядом граница канадская. В общем, так, как, когда холодно, вот мы со Светой вот в этом ходим, другого у нас ничего нет. Вот ботиночки, да, девочки? Куда бы вы пошли в таких ботинках, вот скажите, я даже не знаю. Надо сказать, что вот от рекламы на стенах больше праздника, чем от просто стен. Да, весной, друзья, весной, и когда солнышко, здесь симпатичнее. Я думал, что будет больше елочек и каких-то Дед Морозов. Хотя здесь в целом симпатично. Дорогие магазины. А? В самом магазине стоит. Конечно, в самих магазинах, да. Когда внутрь зайдешь, там у них украшено. Здесь много людей, которые приходят, ну, просто время провести, потому что здесь не только магазины, где можно побродить, но и просто там встретиться с друзьями, кофейку попить, покушать. Здесь много есть мест, где можно неплохо покушать. А это Стэнфордский магазин. Здесь можно купить майку с надписью «Стэнфорд» и кепку, и кружку. Не Стэнфорд, а Стэнфорд университет. Университет, ну, конечно. Видите, друзья, сейчас какие стали делать директории. Можно пальчиком покрутить, можно выбрать, оно там все перебрасывает. Вот. И там вот, пожалуйста, и так, и так. Давай я по ней покажу. Расширить, да. Да, хорошо. Видите, как, какие современные бывают. Здесь, друзья, специально на улицу выставили такие, ну, так сказать, лотки, на которых заворачивать в нарядную подарочную бумагу подарки. Сейчас время покупать подарки и дарить подарки. Вот здесь заворачивают. Это вот очередь на фотографирование. И да, детей и собак. Много детей, много собак. Но я хочу сказать, это мы с тобой как Дед Мороз и Снегурочка. Мы с тобой самые зимние одетые. Если бы нам еще по колпаку красному, с помпончиком белым, мы бы с тобой были бы как часть декораций. Мы сейчас внутри магазина Мэйсис. Тут красиво. Что же? Елки пока не видно. Сейчас будем искать елку. И, может быть, мы себе купим по колпачку от Санта-Клауса, вот, чтобы тоже ходить такими нарядными, красивыми. Здесь много народов таких ходит. Мы попали в раздел, где все для Крисмаса. Небольшой, кстати, раздел. Совсем даже небольшой. Но вот
попробуем сейчас колпачок поискать. Если найдем, друзья, вы нас увидите в колпачке сегодня. Шарики. А вот тут такие тоже вот на елочку. 24 декабря, друзья, елочку можно не только за 50% офф, а можно просто бесплатно взять на елочном базаре. Живую, да, они их там раздают, поскольку девать их больше некуда. В этот момент приходят русские мигранты, берут елочку и наряжают ее к Новому году. Посмотрите, дурак, какая комбинация. Цветочки, огонь, там можно руки погреть. И Тесла. Ну, вот так вот все в одном кадре. Луи Виттон отличился. Смотрите, какая красотища. Друзья, ну разве можно вас удивить Теслой? Только не говорите, что почему я не куплю себе Теслу, потому что я не шопаю новый автомобиль, так, можно так сказать. Вот. И кроме того, у меня нет пиетета в отношении Теслы. Я не знаю, почему у многих людей он есть, у меня нет. Так, вот. Стоит две машинки, подешевле и подороже. Ну, наконец-то, друзья, нашли мы елку. Вот так, чтобы стояла. И вот так в радость людям. Так, с шарами, с шишками. Ну, давайте мы так камеру наведем, чтобы было видно. Вот настоящая елка. Пожалуйста. На фоне елочки хочу поздравить всех с праздниками наступающими и пожелать, чтобы в новом году исполнили все ваши желания. С Новым годом!